Трасса 101. Приветствую в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. На дорогах Кировской области участились столкновения автомобилей с дикими животными. Последнее такое ДТП, по данным ГИБДД, было на прошлой неделе в областном центре. Всего в этом году зарегистрировано более полусотни наездов транспортных средств на лесных зверей. В результате двое человек погибли, полтора десятка получили травмы. Страж дорожного порядка рекомендует водителям учитывать то, что на проезжей части может внезапно оказаться лось или другое животное. Трасса 101. Стоимость запчастей в рамках ОСАГО повысилась, я бы даже сказал, подпрыгнула. Комплектующие на автомобиле Toyota, информирует издание «За рулем», подорожали на 40%, Mitsubishi на 30%, Volkswagen на 10% и так далее. Это, разумеется, приведет к росту выплат. Не надо забывать, что у нас по умолчанию практикуется натуральное возмещение ущерба. А вот подорожает ли автогражданка, страховщики уверяют, что для основной массы водителей нет. Трасса 101. Услуги такси в России могут подорожать на четверть или даже на треть. Это станет следствием принятия поправок, если их, конечно, примут, которые предусматривают смену статуса извозчиков. Если сейчас они могут быть ИПшниками, самозанятыми или вообще никак не оформляться, то в будущем им придется войти в штат таксопарка или агрегатора. Соответственно, организация обязана будет платить все налоги и отчисления. Трасса 101. Староватые. По данным агентства «Автостат», в России средний возраст легковых автомобилей отечественного производства достигает 17 лет. У иномарок показатель лучше, около 11-12 лет. Это сопоставимо, например, с США. Самые молодые в нашей стране китайские авто, в среднем порядка 8 лет. Но это еще ничего. По информации того же «Автостата», средний возраст грузовых авто у нас переваливает за 21 год. Почти две трети парка грузовиков старше 15 лет. Трасса 101. Великобритания планирует внедрить запрет на продажу машин с двигателем внутреннего сгорания раньше намеченного срока. Речь идет о 2030-м, а не о 2040-м годе, как сообщали в недавнем прошлом власти Соединенного Королевства. Первой страной в мире, где работающие на бензине или дистопливе автомобили попадут под запрет, должна стать Норвегия. Дата X – 2025 год. Пять лет спустя то же самое коснется Нидерландов, Германии и Ирландии. Франция присоединится к ним в 2040-м. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. Трасса 101.